сейчас мы поставили на Subcat Fisher наше кресло надувное со спинкой. Взяли в руки байдарочное весло ТНП длиной 2,40. Ну, посмотрим, как мы будем с ним управляться. Очень устойчиво перевернулся, ну не знаю, слабо реально. Скорость хорошая, управляется. Сейчас мы поставили стульчик, обычный стульчик со спиночкой, якорь, который на утку крепится, и плюс два держателя удилища. В принципе, минимальный наборчик для рыбака сейчас установлен. Ну, весло, конечно, у нас байдарочное, которое при выходе на место рыбалки мы ставим в стандартные вещи. Ну и что вам могу сказать, что на этом стульчике очень, конечно, удобно, очень легко. Нужно сказать, что Subcat Fisher очень легко будет идти по заросшим местам, по плавням, потому что днище воды не касается. Мы сидим высоко над водой, все видим прекрасно, можно встать, естественно, вот, и покидать и спиннинг, делать дальние запросы. Вот, очень все удобно. Ну, как я уже говорил, управляется очень легко. То есть, по сути, управление каяком.